Снова здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем пытаться проходить такую игру, как Resident Evil под номером 1. В общем-то, я чуть-чуть поколдовала с управлением, у меня теперь выстрел, точнее наводочка, оружие стоит на шифте, бег у меня, господи, на эске так и остался, я не стала там совсем колдовать, потому что если я буду потом финалки проходить, у меня мозг высохнет. В общем-то, вот. И выстрел у меня как был назад, так и остался. Я надеюсь, мне будет проще теперь. А как вы помните, по предыдущей серии у нас ни черта нету патронов. Я надеюсь, может быть, мы их здесь найдем. Надо все-таки как-то попривыкать к управлению. Неудобное все-таки. Я даже не знаю просто. Ничего важного. Ну, как тебе сказать? Я его после того, что ты увидела, меня, наверное, вытошнило. А чё тут ничего? Да вроде нет. Ну, хорошо, Джилл, понеслась. Ну, чё, попробуем, давай. Ой, я представляю, как я сейчас буду с какими визгами бегать, потому что, вот, по-моему, вот здесь вот должен быть монстр. Я вот прям чувствую, что он там будет. Вот я прям... Прям вот. Что-то там тень какая-то ходит, мне показалось. Давайте сюда. Пока нас никто не уволок. Ой, что это, господи, вот вы видите, это подрагивание, это не я. Я не виноватая. Какая-то подозрительная комната, честно говоря, для комнаты в... Не знаю, в особняке. Надеюсь, здесь никого не будет. Гобелин. Ничего странного. Так, стоп, подожди. Да. Я хочу. Да, пожалуйста, ты возьмешь карабин? Конечно, я возьму карабин. У меня оружие ты. Зря я это сделала, по-моему. Господи, ладно, хорошо, взять, пожалуйста. Ну все, монстры, идите ко мне. Смотрите-ка, сигаретка, по-моему, да, здесь зажжённая? Или что это такое? Что тут происходит? Как-то... Блин, да Джилла, что ж ты такая глючная-то? Это точно урна с прекрасной фотографией. Ничего важного. Урна с фотографией? Ну ладно. Как хорошо, что мы сюда сходили-то, а? Что-то музыки нету, как-то тоскливо. Может быть, я сюда потом поставлю какую-нибудь Resident Evil. Я так и знала, блин. Что делать? А, стоп, давайте сохранимся. Я просто не знаю, что делать. Я помню, в четвертой части была такая же хрень. Но там закрыто. Хреново. Я даже не знаю. Нет? Подожди. Help! Help somebody! Эй, что происходит? Дошло? Джилл? Это ты, Джилл? Нет, это не я, спасай меня! Берри, помоги мне! Эта дверь не открывается, быстрее! Выломай ее! Да уж, быстрее, пожалуйста. Ой, зачем я потратила? Быстрее, сюда! Хорошая комната. Хороший вообще, да, особняк? Кто тут жил вообще? О, Берри! О, Берри! Ух, пронесло. Ты чуть было не превратилась в сэндвич. Ты прав, Берри. Спасибо, что спас мне жизнь. Перевод просто поражает. Почему нельзя было просто субтитры оставить? Ты говорил, что вернешься в столовую, чтобы все там осмотреть. Какого черта ты здесь делаешь? Я бы хотел кое-что проверить. Ну что, давай вернемся к поиску пропавших. Черт, я патрон потратила. Хорошо? Может загрузиться. Спасибо, Берри. Ладно, ладно. Ну, мне кажется, если я загружусь, это будет совсем как-то нехорошо, правда? Ну, черт, а. Можно было догадаться, что нас спасут. Хотя у меня. Я когда стреляла, у меня. Так, какой кнопкой там у нас выстрел? Иди в сраку. А я знаю, что ты сейчас встанешь. Ой, ёперный.
Они имеют дебильную привычку притворяться, что они мертвые. Ты как? Ладно, давайте рискнем. Вот не знаю даже. Вроде мертвый. Ну-ка. Да. А черт, столько патронов, молоко. Сколько у нас там осталось? О! Класс! Ну, прекрасно, по-моему, правда? Фигура шлема. Ну, давай сюда, пусти меня, пожалуйста. Сейчас столовка, по-моему, будет топить. А, нет, 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 нет. О, нет, я не хочу сюда. Я, кажется, догадываюсь, где мы. Сейчас я это проверю даже. По-моему... Ой, плохая дверь. Но с оружием-то нет нифига. О, нет. Не, ребята, извините, конечно. Может, сохранить? Я не знаю, прям даже. Сколько вот на вот этих вот дробовика уходило? Два выстрела, да, на каждого? Черт, а правда, почему так тихо? Надо будет какую-нибудь действительно сюда музыку поставить. Давайте пойдем за Барри. Нафиг. Нафиг эти приключения все. Так, тут дверь у нас не открылась. А, нет, она же была открыта, но там нифига нет. Откуда мы пришли? Отсюда? О, господи, вот реально страшно. По-моему, это была плохая идея. А как он тут прошел и не убил ее, а? Фигуру доспеха, мать ее. Черт. Нет, я хочу там выйти. Я хочу туда к собаке. Такие ракурсы просто радуют. Так удобно. Ой, кошмар. А, ты открыла ее. Мы, по-моему, тут не были. Бежим. Выбора-то нет. Да поднимайся ты. Господи, чтобы подняться, тоже нужно нажать. У-у-у. Ах, эти лихие 90-е. Ой-ой-ой, там зомбарылый. Куда бежим? Куда бежим? Я даже не... У-у-у! Твою-то нет, 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 нет. Ой, стоп, дверь, дверь. Твою дивизию. Фигура доспеха. Это, конечно, все замечательно, но... У меня нет оружия. Ой, боже, как страшно. Ну ладно, не очень страшно, но уже я не хочу просто умирать. У меня плохое предчувствие насчет этой комнаты. Давайте сохранимся. Сейф 4. Понеслась. О! Плазмочка? Подожди, да что ж ты? Дрова бросают в печь. На стене висит листок. Это дрова вот это вот у нас? А, трава, травушка. Зеленая травушка. Это ж лечилочка, господи. Какая прелесть. Ну-ка, дайте-ка. Я хочу вообще-то перезарядить. Нет? Зеленая трава. Используйте, смотреть. Ну нафиг. А это что, аэрозоль? Против чего? Классно. Блин. У меня плохое предчувствие. Знаете, мне кажется, нас просто сейчас забьют, как мамонтов. Я от страха, что эти зомбарылы встанут и покусают меня. Надо как-то мимо него так пробежать. Эть? И вот теперь мимо этого точно так же. Ты не трогай меня. А как тогда, простите? Здесь есть кнопочка дать ему в рожу, я не знаю. Какая-нибудь. А почему один укус и все? Это не честно, по-моему, нет? Господи, где бег-то наш? Бегем, 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 бегем.
Как на какую кнопку жать, чтобы он от нас отстал? Скажите мне. Там же есть какая-то кнопка, я же знаю. Ладно. Сейчас. Попробуем еще разок. У меня просто нет даже... Это у нас меню, правильно? Что у нас? Какие у нас тут еще кнопки есть задействованы? Я уже все перенажимала, пока этот урод меня кусал. Может, пробежим там, где собака бегала, и на этом... Ой, первый театр. О! Ой, ты открыла. И открывайся, дверь. Хорошо, повезло. Сейчас, правда, жопа будет, я чувствую. В общем-то, да. Откройся дверь. Ой, слава богу. Здесь еще непонятно, куда бежать. Это еще управление. Слушайте, люди, может, я не буду проходить эту игру? Я боюсь, я книжку сейчас возьму, и начнется задница. Давайте сохранимся. Я, правда, что-то не хочу уже эту игру проходить. Я просто представляю, как я тут буду тупить. А, господи, какую кнопку-то? О лечебных травах. Да, это мы знаем все. Все, спасибо. Как-нибудь закрыть тебя можно? Можно. Может быть, ты тут еще как-нибудь нам... Ты че? Эй. Да давай, Джилл. Ничего необычного. Все в порядке. Да? Все в порядке. Вот знаешь, когда зомби вот так вот ходят тут вокруг, я не сказала бы, что все в порядке. Давайте вот прям тут сохранимся, прямо перед этой дверью. Ты открыла. Ну, слава тебе, господи, мы открыли ее. Джилл у нас научилась открывать двери. Ну, у нее же отмычка есть. Это твою-то дивизию спускайся. Как забавно спускается. А зомби умеют по лестнице идти? Нет? Вроде нет, не должны. У меня плохое предчувствие. Когда начинается музыка, начинается задница. И, в общем-то, все логично, отвали от меня. Трава, там была трава, черт! А, я знаю, почему у нас с первого удара это сожрало. Потому что... Где моя трава? Это потому что я загрузилась, что ли? Да подожди, быть не может. У меня глюки, что ли, я не знаю. Я загрузилась просто, что ли, где-то не там. Так, погодите, я хочу траву. Я ж помню, как я ее брала. Я же не могла ее упустить, это ж... Подожди. Подожди, я хочу мою траву. 7 кругов ада пройду ради травы. Вот. Куда бежать-то, господи. Сейчас сожрут. Надо. Нет. А ладно, будем без травы жить. Чего поделать-то? А я знаю, я попробую подобрать там. Вот где вот там он стоит, товарищ у нас один. Хотя странно, у меня правда глюки? Или я не брала траву? Не может же быть. Я же ее брала. Вы же все видели. Да? Или это вообще в другом месте было, в каком-то? Я что-то не понимаю. У меня уже крыша едет. А вот интересно, если бы мы за Криса начали, Джилл бы пропала или что было? Вот это тут. Трава, бери. Возьмешь? Да, я возьму. Трава — это святое, пожалуйста, Джилл, не тупи. Ну надо ж, трава использовать. Может, я случайно ее в прошлый раз использовала, хотя, по-моему, это бред. Это не поможет сохранить игру. Ты применишь ленту? У нас, в принципе, есть быстрое сохранение, но хрен с ним. Давайте одну хотя бы. Господи, это ж вспомнить. Джилл. К
классный перевод. Ой. О. Оружие, пожалуйста. Много оружия дайте. А, подожди. А, это типа скинуть можно? Карабин, не хочу ничего скидывать. Подожди, а вот тут... А. Я, может, что-то не понимаю. А как вот туда переключиться? Или это... Ага, все поняла. Ладно. Магазин, магазин! Да? И вот сюда еще один магазин можно? Да. У-у-у-у-у. Хорошо. Тут больше ничего нету, да? Печаль. Наплевать. Нет. О, я вижу там еще какой-то пакетик. А что это такое? Ты возьмешь химикаты? Ну да, я правда не знаю, зачем они нам, но, видимо, зачем-то нужны. Так, погодите, где меню у нас? А, так, комбинировать вот с этой. Ох, хорошо, хорошо! А, ну, в принципе, я подозревала, но попробовать стоило. Все-таки старая игрушка, черт его знает, как тут. О! Смотрите-ка. Так, подождите, надо голову как-то так повернуть, чтобы... Так, в общем, мы сейчас выбегаем, бегем вниз, потом... Я даже не знаю, куда. Может, на улицу выйдем? Вниз в ту дверь, потом налево от двери и, наверное, на улицу, да? Я хочу поменять оружие. Слушайте, правда, очень тихо играю, вообще никаких звуков. Я, скорее всего, поставлю сюда музыку. Таки да, потому что... Так, я же ее взяла. Да. Ты же ее взяла, Джилл? Нет, ты ее не взяла. Почему ты ее не взяла? Взять. Логично ж? Все хорошо. Давайте на этом сохранимся. Пойдем дальше. Вообще, я знаю, что вроде как от этих уродцев можно как-то отбиваться, но какую кнопку для этого жать, я вообще не ма. Или нельзя от них отбиваться. Ой, сейчас нас сожрут. Пошел к чёрту. Скотина, не трогай меня. Нет! Это... Вот это... Это ж... Блин, это долбанное управление. Я извиняюсь, но... Оно реально долбанное. Ох, кошмар. По-моему, здесь нельзя отбиваться никак все-таки. А, ладно, понеслась, понеслась, понеслась. Ох, хорошо. Ох, хорошо. Ой, это управление. Я надеюсь, я все-таки к нему привыкну, потому что иначе. Может, сюда? Я не помню, просто куда эта дверь ведет, честно говоря. А, подождите-ка. Господи, какое все-таки геморройще. Нет, я хочу сюда. Так, вот, мы здесь, отлично. Там вот в том таком длинном коридоре у нас там будет собака. Куда нам вообще надо? Нам уже как бы надо выходить, или можно на второй этаж выдвигаться? Я помню, у нас еще есть улица. В принципе, мы можем туда выйти. Вот, по-моему, если мы вернемся в предыдущий коридор. Давайте здесь сохранимся тогда хотя бы. Сейф 2. Побегем сейчас вперед по этому коридору и выйдем на улицу. Я надеюсь, нас не сожрут. Тут я просто не помню, что тут. Что-то как-то я вообще не помню. Я не ориентируюсь в этом замке сейчас. Ага, все, все, все правильно. Значит, память не подвела. Здесь все-таки собаки. К черту собака. Ой. Вот та-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 та. Тихо. Лежать. Давайте.
Ой, как-то мы вообще тратим так неэкономно совершенно. А это что такое? Здесь ничего? Когда на западе заходит солнце и на востоке восходит луна, на небе появляются звезды. И над землей подует ветер. И откроются врата новой жизни. Короче, это наша мега-загадка, да? Ну, кто бы сомневался. А может, тогда не будем здесь пока загружаться? В принципе, здесь все понятно, что нам нужно сделать. Давайте тогда, правда, загрузимся. Вот здесь. Нам, похоже, нужно на второй этаж двигаться. Поэтому нам нужно идти за Барри. Там будет сейчас в коридоре собачка. Ничего страшного, придется ее завалить как-то. Нам нужно найти, видимо, плитки вот эти вот все. Мы отсюда пришли. Сейчас будет собака. Пошла вон. Кстати, собачка прям как из фильма. Тихо. Все? Вроде да. Тут ничего? Страшная лата. Ух, господи. Тут точно ничего нету, а? О! О, подожди-ка. Хе-хе. Прикол. А странно, подождите, вот эти двигать нельзя, я так понимаю. А почему вот этот можно подвинуть? А? Ага! Я что-то нашла? Обоймочка! Возьмешь? Да! Я возьму, конечно. Я предлагаю сохраниться. Я здесь буду просто как параноик посты. Ага, я вижу еще один, который можно отодвинуть. Вот оно как. А тут нету ничего? Да ладно, быть не может. Ну-ка дай. Да ладно. Не жадничайте, люди. А нельзя ее как-нибудь обратно? Хотя нет, мне кажется, просто здесь банально ничего нету. Ну-ка, подожди. Ну, нет, тебя двигать нельзя, я же вижу. Ну хорошо. Нам нужно вот эту хренотень как-то отодвинуть и взять вот ту хренотень. Как бы я так... А мы тут, кстати, не были еще. Давайте сохранимся. Сейф 2. Ох, я чувствую тебя. Ждет. Нет. Нет, я что-то как-то, знаете... Что-то я очкую. Я чувствую, мы сейчас что-нибудь возьмем, и что-нибудь встанет. О! Ты возьмешь... А, лента. Нет. А, хотя подождите, подождите, подождите. Если ее можно туда, к предыдущим, возьмешь. Да-да-да, отлично. Тут ничего больше нет. О чем мы сюда шли? Ой, я чувствую, он сейчас встанет. Я же говорю. Пошел в сраку. Ой, это что-то я нажала. А что я нажала? Ну ладно. То ли C, то ли X. Я не поняла. Ага. Если бы нам это еще что-то дало. А и чего? А нельзя как-нибудь на себя потянуть, нет? Сейчас я все кнопки просто это самое. Ой. Ой-ой-ой! Что у нас с жизнями-то, посмотрите, совсем плохо. Нам нужно вот ту хрень как-то достать, но я без понятия, если честно. Так-то я подвинуть могу, но... А как-нибудь вот... Нет. Ну это дебилизм.
И чё? Я её знаю, куда нам нужно подвинуть. Вот к тем ступенькам, но её лопало. Она туда не двигается, она к стенке уже при это самое. Подожди, вот здесь почему-то нам дают, вроде как, возможность ее отодвинуть. Вот так. Хорошо, и чего? А как-нибудь с другой стороны это можно сделать? Я, наверное, сейчас дико туплю. Вы там материтесь уже сидите. Но я правда не понимаю, на что надо жать, чтобы она взялась там за этот... Я понимаю, нам надо вот сюда ее подвинуть, вот сюда. Но как это сделать? Короче говоря, ладно, давайте мы на этом серию-то закончим, потому что, во-первых, уже пора, а во-вторых, я что-то вообще ни хрена не понимаю, что делать, точнее, как это сделать. В общем, не знаю, чертовщина пока что со всеми этими играми. В общем, я надеюсь, вам понравилось. С вами была Сэн, всем хорошего, удачи и пока-пока.